Ребята, когда я сижу на скупке, поставщики мне приносят разные виниловые пластинки, а я их перебираю и покупаю у них только исключительно импортные. Итак, представляю вашему вниманию виниловая пластинка Балкалтон. Это у нас, сейчас я вам скажу, Болгария. Такой вот прикольный афроамериканец, чуть-чуть не бритый и в таких вот капельках, небось, в Ray-Ban'ах. Стив Вандер. Ну, какие-то вот хиты. Итак, ребята, смотрим на конвертик. Вот эту всю речь, что я говорю за скупку, я еще буду повторять 23 раза. Потому что у меня в продаже сегодня будет 25 импортных разных пластинок. Ну, что сказать опять тут. Все по стариночке. Отпечатки, следы времени, затертые такие, затасканные, пыльненькие. Кстати, это вот пластиночка тут без пакетика и без упаковочки. Ну, сам конвертик и пластинка. Ну, вот видите, она вся такая вот замацканная. Есть небольшие царапинки. И большими словами написано, буквами. Балкалтон. А тут дальше не прочитаешь. Ссычки, право, зацени, призапись, забронен. Какой ужас. Ребята, претензии, возвраты не принимаю. Смотрите внимательно. И не делайте необдуманных ставок. И, как говорится, пусть победит сильнейший тот, кому действительно нужна эта пластинка, этот Стив, этот афроамериканец в очках. Ссылочка в описании, и сегодня она уже в продаже.